Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «Санас». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. В эфире новости на восьмом. Это значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. Меня зовут Максим Дудников, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. В рамках Всемирного дня донора во Владивостоке состоялась общегородская акция «Один донор, две жизни». Я делаю это регулярно, вот как начала, так теперь хожу каждые два месяца, стараюсь попасть, сдать кровь. Французский взгляд. В преддверии чемпионата мира приморские волонтеры стали героями репортажа телеканала «Франция-24». Волонтеры – это те, кто живут не для себя, а для других. Почетные грамоты, денежные премии и благодарственные письма вручили в администрации города в преддверии Дня медицинского работника. Также в выпуске. 15 июня в столице Приморья стартует купальный сезон. И еще раз скажем, выяснить имена летчика, штурмана и стрелка-радиста, срухнувшего в Приморье самолета, сейчас главная задача экспедиции авиапоиска. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. 14 июня – день открытия чемпионата мира по футболу. И в это же время сборная России сыграет с Саудовской Аравией. Матч открытия мирового первенства пройдет на стадионе «Лужники» начало в 18 часов по московскому времени. Сообщается, что сборная Саудовской Аравии уже прибыла в Москву и во время чемпионата мира будет находиться в Санкт-Петербурге на базе футбольного клуба «Зенит». Напомним, следующий матч наша сборная проведет со сборной Египта 19 июня, после чего команда предстоит встреча с Уругваем 25 числа. Стоит отметить, что чемпионат мира впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля текущего года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах нашей страны. Несмотря на географическую удаленность и разницу в часовых поясах, приморские любители футбола также будут смотреть трансляции матчей сильнейших команд, которые будут проходить в течение месяца. В продолжении темы. В преддверии начала чемпионата мира по футболу журналисты французского канала «Франция-24» путешествовали по нашей стране, чтобы встретиться с волонтерами Мундиаля. Съемочная группа побывала и во Владивостоке. В 17-минутном сюжете по большей части показывается группа волонтеров из Приморского края. Наши добровольцы будут работать в Екатеринбурге, Иркутске и Саранске. О том, что удивило французских коллег, которые пообщались со владивостокскими волонтерами, узнаем из сюжета Дмитрия Беломестного. Ксения Козлова – студентка гуманитарных наук ДВФУ. Она стала одним из героев сюжета французской программы «Репортеры», посвященной волонтерам Кубка ФИФА. Когда я была волонтером международного студенческого фестиваля в ГИК, мы уезжали на 3 недели. Сейчас на месяц. Это долго. Французским корреспондентам Ксения рассказала о своем опыте работы. Она была в качестве волонтера на многих мероприятиях, среди которых и Восточный экономический форум. Для нее волонтерство – неотъемлемая часть жизни. Волонтеры – это те, кто живут не для себя, а для других. В эфире канала «Франция-24» рассказали и о департаменте по делам молодежи Приморского края. Кстати, заявки на отбор волонтеров, включавший тест на знание английского, тестирование по определению способностей и деловых качеств, а также интервью по Skype, подали больше 100 000 человек из 180 стран. От Приморья поехали 14. Вам выпала честь быть волонтерами 21-го чемпионата мира по футболу. Это очень здорово. Я уверена, вы покажете с хорошей стороны Приморский край. Вы понимаете, что представляет наш регион – большая ответственность. Из 11 городов, принимающих игры чемпионата, приморским добровольцам выпал Екатеринбург. Приморцы будут помогать в работе со зрителями, в обеспечении функции встречи проводы, а также работе в штабе волонтеров. Ребята поделились с иностранными журналистами тем, что для них значит работа в качестве волонтера. Для меня это возможность проверить мои способности в качестве волонтера, возможность познакомиться с новыми людьми.
познакомиться с новыми людьми. Более 35 тысяч добровольцев будут работать во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Эти волонтеры будут принимать гостей, помогать в качестве переводчиков, работать с VIP-персонами, координировать логистику и допинг-тесты. Они будут повсюду – на стадионах, в туристических местах, на вокзалах и в аэропортах. Волонтеры помогут обеспечить бесперебойную работу чемпионата мира. Для всех них это возможность завести новых друзей и вместе испытать уникальное приключение. Дмитрий Беломестнов, новости на Восьмом. К другим темам. Холодный воздух с Охотского моря принес прохладу в Приморье. Минимальные температуры составили плюс 2, плюс 11 градусов. Восточные районы находились под влиянием Охотского антициклона. Здесь местами наблюдались заморозки до минус 2. Но в этих районах заморозки в первой половине июня явление совсем не редкое. Максимальные температуры по краю составили плюс 14, плюс 21. В дальнейшем температурный фон повысится на 2-5 градусов. За исключением восточного побережья, где температурный фон сохранялся низким. Сегодня и завтра в Приморье погода с переменной облачностью, в большинстве районов без осадков. Лишь на северо-востоке пройдет небольшой дождь. В нижней тропосфере с северо-восточными потоками выносится холодный воздух с Охотского моря, поэтому температурный фон пока не поднимается. Во Владивостоке сегодня и завтра облачно. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 10, плюс 12 градусов. Свежий юго-восточный ветер добавит ощущение дискомфорта. Вот такой характер погоды, он сохранится еще, ну, где-то, наверное, порядка неделю. Порядка недели, если отчитывать вот от сегодняшнего дня, четверга. То есть будет преимущественно облачно еще в Владивостоке. Не исключено, что в отдельные дни будут туман и морось, пока это наиболее вероятно в воскресенье и в понедельник. И температурный фон останется вот таким же низким, особенно вот в конце этой недели. И, может быть, немного станет теплее в конце этой, начале следующей недели. Тем временем 15 июня в столице Приморья стартует купальный сезон. Далее в течение всего лета на пляжах Владивостока будут работать спасатели, а арендаторы создадут все условия для безопасного отдыха горожан и гостей краевого центра. К слову, в преддверии начала купального сезона пляжи проверила специальная комиссия. К работе были допущены все муниципальные прибрежные территории, где организованы места для отдыха и купания. Специалисты рассказали, что в числе муниципальных мест, где разрешено купание по итогам проб качества воды, это пляж парка культуры и отдыха имени Сергея Лазо, а также Ривьера Лагуна на станции Санаторной. К этому списку смело можно добавить бухту Аякс на острове Русский. В числе мест отдыха у воды, где можно отдохнуть, но нельзя купаться, прибрежные территории в районе станции «Чайка» по левой стороне, мыс Токаревского по правой стороне, мыс Кунгасный, ООО «Лоц» – это бухта Лазурная, Солнечный, улица Садгородская, 23, и бухта Улис, вторая поселковая, 34. Все остальные прибрежные территории, где традиционно люди купаются и отдыхают, не являются муниципальными. Соответственно, проводить там надзорные мероприятия администрация города неправомочна. Напомним, что комиссия по контролю за содержанием пляжей и мест массового отдыха перед началом купального сезона провела несколько выездных рейдов. С началом сезона проверяющие продолжат контролировать работу пляжей и мест массового отдыха. Тем временем дороги, которые ведут к любимым пляжам горожан, зачастую оказываются закрыты для проезда. Где именно плату с отдыхающих взимали в прошлом купальном сезоне незаконно и чем грозит это правонарушение, расскажет Светлана Садовая. Кто такой? Покажите, пожалуйста, ваши документы. Вот тебе? А ты кто, чтобы я тебе документы показал? А кто ты такой, чтобы я тебе платил? Да? Разборка в духе криминальных 90-х? Нет. С одной стороны, обычные отдыхающие, которые приехали на пляж, а с другой... Давай, на меня заявление будет. Да. Да, дорогой. В народе этих дельцов называют просто «веревочники». Означает, приехал отдыхать на пляж, заплати несимволическую сумму 150, а то и 200 рублей за желание отдохнуть на море. Кто дал веревочникам право не только преграждать въезд на пляже, но и брать за него деньги, непонятно даже полиции. С начала пляжного сезона неизвестные бизнесмены нажились, взимая плату за проезд к бухтам острова Русский, Охлёстышева, Вятлина, Табизина и Поспелова. Деньги берут под разными предлогами. Например, за экологический сбор
забор, вывоз мусора, работу спасателя, медработника и даже уборку туалетов. На въезде в бухту может висеть информационный щит с перечнем услуг. Вот только разрешения осуществлять предпринимательскую деятельность у таких бизнесменов нет. А у нас, извините, одни веревочки. Такое чувство, что уже весь пляж, все пляжи и подходы к морю раскупили. Раскупили не все подходы к морю. К большинству пляжей, не оборудованных туалетами, лежаками, тентами, въезд бесплатный. И если на подъезде вы видите веревочку и предпринимателя с барсеткой на теле вместо майки, смело требуйте документы или вызывайте полицию. При возникновении сомнений в законности взимания денежных средств при въезде на территорию пляжа предлагаем гражданам обращаться в дежурные части отделов полиции, либо звонить по телефону 02. Выгода у веревочников очевидная. Даже при небольшом трафике 20 машин в день – выручка 30 тысяч рублей, то есть среднестатистическая зарплата. Ну и риск немалый. Арест за подобную деятельность положен до 15 суток. Светлана Садовая, новости на Восьмом. Во Владивостоке в преддверии 158-летия города помоют памятники истории и культуры, а также произведения монументального искусства и места захоронений. Всего 15 различных объектов. В том числе наиболее популярные у туристов памятники – памятник Ленину и памятник борцам за власть советов. Их надо сохранять. Понятно. Любые памятники, потому что произведения искусства и веха времени нашего. Я думаю, что, конечно, мыть памятники нужно. Это экологически необходимо просто. Также специалисты очистят и помоют растральную колонну. В честь столетия Владивостока памятный знак на месте высадки основателей поста «Владивосток» с корабля «Манжур» в 1860 году, памятник исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому, приведут в порядок памятники минерам Владивостокской крепости, расстрелянным в 1907 году в районе улицы Коммунаров, а также памятник Сергею Лазо в театральном сквере и другие объекты. Как сообщили в Управлении культуры администрации Владивостока, работы будут вестись поэтапно с 27 июня по 2 июля включительно. Отметим, что специалисты в работе используют химические и механические методы. Сначала при помощи специального водного моющего состава точечно удаляются загрязнения, а затем производится помывка всего монумента. Грязь удаляется струей воды с помощью специального оборудования. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. Почетные грамоты, денежные премии и благодарственные письма вручили в администрации города в преддверии Дня медицинского работника. Выяснить имена летчика, штурмана и стрелка-радиста, срухнувшего в Приморье самолета, сейчас главная задача экспедиции авиапоиска. В рамках Всемирного дня донора во Владивостоке состоялась общегородская акция «Один донор, две жизни». Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «Санас». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «Санас» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «Санас». Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников, и мы продолжаем. Почетные грамоты, денежные премии и благодарственные письма вручили в администрации города в преддверии Дня медицинского работника. Выяснить имена летчика, штурмана и стрелка-радиста, срухнувшего в Приморье самолета, сейчас главная задача экспедиции авиапоиска. В рамках Всемирного дня донора во Владивостоке состоялась общегородская акция «Один донор, две жизни». Почетные грамоты, денежные премии и благодарственные письма вручили в администрации города в преддверии Дня медицинского работника представителям системы здравоохранения краевой столицы. С предстоящим профессиональным праздником медиков поздравил заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов. А все подробности расскажет моя коллега Светлана Садовая.
Заслуженные врачи, медицинские сестры, лаборанты, фельдшеры. Торжественная церемония награждения медицинских работников Владивостока прошла в актовом зале администрации города. С предстоящим профессиональным праздником медиков поздравил заместитель главы Владивостока Игорь Ткаченко. К поздравлениям присоединилась также заместитель председателя Думы города Елена Новицкая. Почетные грамоты, денежные премии и благодарственные письма. Также заслуженным работникам здравоохранения Игорь Ткаченко вручил медали за безупречный труд. Высоких наград были удостоены врач-педиатр Центра специализированных видов помощи Галина Кондратьева, медицинская сестра-анестезист больницы номер 1 Наталья Школьник и врач-рентгенолог поликлиники номер 4 Елена Пашкова. В преддверии профессионального праздника медработникам пожелали благополучия, успехов и, конечно же, крепкого здоровья. Ведь оно – главное условие счастливой жизни, даже для профессионалов здравоохранения. Светлана Садовая, новости на Восьмом. Выяснить имена летчика, штурмана и стрелка-радиста, срухнувшего в 40-х годах 20-го столетия в Приморье самолета, сейчас главная задача экспедиции авиапоиска, которая на данный момент находится в тайге в Чугуевском районе. К слову, обломки самой машины уже обнаружили. По деталям удалось установить, что это был дальний бомбардировщик. Также была обнаружена и кабина самолета. Отметим, что место крушения находится в 30 километрах от ближайшей деревушки и отряд «Авиапоиск» с трудом пробился сквозь заросли. Плюс ко всему, о гибели этого бомбардировщика нет никаких данных. А выяснить имена летчика, штурмана и стрелка-радиста очень важно, ведь тогда их захоронят со всеми воинскими почестями. Как рассказал командир отряда «Авиапоиск» Ярослав Ливанский, летчики без сомнения числятся пропавшими без вести. Было обнаружено большое количество костных фрагментов, личное оружие, парашютные пряжки, а это говорит о том, что самолет не находили ранее. Важно, что на труднодоступном месте не было ни аварийной комиссии, которая забрала бы личное оружие и останки экипажа, ни мародеров. Как выяснили поисковики, это был самолет ДБ-3А, основной дальний бомбардировщик советских ВВС. Кстати, такие первыми долетали до Берлина еще в августе 1941 года. А в Приморье стояло несколько полков этих воздушных машин. 14 июня отмечается Всемирный день донора. Сдать кровь и помочь тем, кто в ней нуждается, пригласили жители Владивостока, медики краевой станции переливания крови. При себе необходимо было иметь паспорт с пропиской по Владивостоку. Здесь же состоялась общегородская акция «Один донор, две жизни». Впервые принявшие участие в сдаче крови получили памятные подарки – футболки с логотипом акции, флеш-карты и сладости. Напомним, что донором крови и ее компонентов может стать каждый дееспособный гражданин с 18 лет, не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья. А все подробности о прошедшем дне донора расскажет мой коллега Евгений Черемухин. В коридорах и на улице ажиотаж. Очереди, как в поликлиниках. Только на лицах вышедших из кабинетов не раздражение от потерянного в очередях времени, а настоящая радость. Да еще и подарки вручают. Поддержать и поощрить тех, кто дарит свою кровь, а как следствие и саму жизнь, решили в этот день представители Российского Красного Креста, а также благотворительные фонды и общественные организации. Сегодня 14 июня, Всемирный день донора, и поэтому совместно с Департаментом здравоохранения, Краевой станцией переливания крови администрации города Владивостока, Российский Красный Крест проводит благотворительную акцию по чествованию, поддержке и вручению памятных подарков тем людям, кто пришел в этот день сдавать кровь. Общегородская акция называется «Один донор, две жизни». И на клич медиков краевой станции переливания крови откликнулось действительно много горожан. Впрочем, многие оказались здесь не только из-за подарков и бонусов. Почти все в этих креслах так называемые постоянники. Например, Аня стала донором уже в 6-й раз и говорит, что ей совсем не больно, а наоборот, даже приятно. Я делаю это регулярно, вот как начала, так теперь хожу каждые 2 месяца. Стараюсь попасть, сдать кровь. Процедура вообще безболезненна, не ощущается. Все комфортно, ни страха никакого не должно быть. То есть если вдруг боитесь, то не стоит бояться, стоит один раз попробовать и втянетесь. К слову, донором крови, как и ее компонентов, может попробовать стать любой желающий. Главное требование к донорам – быть совершеннолетним и не иметь противопоказаний по состоянию здоровья. Также необходимы прописка в Приморской столице и паспорт. Евгений Черемухин, Алексей Заровный, новости на Восьмом.
Главные новости Владивостока теперь в реальном времени в интернете. Восьмой канал запустил новый сайт, на страницах которого легко найти прямую трансляцию эфира, а также отдельные программы и выпуски новостей. К слову, есть там и наша традиционная рубрика «Афиша». Какие культурные, развлекательные и образовательные площадки Владивостока можно посетить на предстоящих выходных? Как организовать свой досуг на ближайшие 3 дня, расскажет моя коллега Анна Бережная. Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. На спектакль «Кошки» приглашает театр молодежи. Это добрая, немного грустная, но увлекательная постановка. Ее герои – кошки – рассказывают свои истории, в результате которых они оказались в положении брошенных и обездоленных. Может быть, после просмотра вам захочется кому-нибудь помочь в трудную минуту. Начало в 11:00, стоимость билетов от 250 до 300 рублей. На концерт «Музыка городов мира» приглашает Приморская филармония. Музыкальные путешествия – одни из самых невероятных и интересных путешествий на свете. Ведь можно не просто отправиться в любом интересующем направлении, но и побывать в разных эпохах, странах и культурах. В программе популярные неаполитанские, русские, французские, грузинские песни, мелодии разных народов. Начало в 18:30, стоимость билетов – 500 рублей. А католический приход Пресвятой Богородицы приглашает на концерт «Волна импровизации» Франсис Видиль. Вас накроет волна импровизации от блестящего эксцентричного виртуоза из Версаля. Имя Франсиса Видиля – синоним выражению «человек-оркестр». Филигранную исполнительскую технику на органе сочетает с виртуозной, пронзительной и завораживающей игрой на трубе. Начало в 19:00, стоимость билетов от 400 до 1000 рублей. На профориентационную площадку «Маринет» в летние каникулы учеников с 6 по 11 классы приглашает МГУ имени адмирала Геннадия Невельского. Это комплекс мероприятий по развитию образовательных технологий и вовлечению школьников в инженерное творчество в области возобновляемой энергетики на водном транспорте. Начало в 10:00, вход свободный. Благотворительный аукцион пройдет в торгово-развлекательном центре «Малый ГУМ». Вас ждет много интересных вещей и сертификатов от магазинов. Все собранные средства пойдут в фонд защиты животных «Друг». Начальные цены лотов от 100 рублей. Начало в 15:00, вход свободный. На романтический концерт приглашает Евангелическо-Лютеранская церковь Святого Павла. Начало в 17:00, стоимость билетов от 300 до 500 рублей. А в театре «Кукол» дадут спектакль «Красная шапочка». Начало в 12:00, стоимость билетов – 270 рублей. На мастер-класс по стрельбе из пневматического пистолета всех желающих приглашает Федерация пулевой и стендовой стрельбы. Начало в 9:30, стоимость билетов – 500 рублей. Смешанный турнир по регболу и греко-римской борьбе под названием «На краю земли» состоится на базе кампуса ДВФУ. В соревнованиях примут участие сильнейшие клубы единоборств Владивостока. Начало в 11:00, вход свободный. Для прохода на территорию ДВФУ необходимо иметь при себе паспорт или студенческий билет. На урок по классической йоге всех желающих приглашают в ботанический сад. Начало в 9:00, занятие бесплатное, с собой необходимо взять коврики, плед, теплую кофту и носки. Юбилейный концерт в честь 30-летия заслуженного коллектива Приморского края образцового хореографического ансамбля «Алиса» состоится на сцене «Феска-холл». Начало в 14:00, стоимость билетов 500 рублей. Кимоно-шоу состоится в президиуме ДВО РАН. Мероприятие познакомит жителей города с красотой кимоно, а также способствует развитию японо-российских культурных связей. Начало в 15:00, необходима предварительная регистрация. Спектакль «Дама с камелиями» состоится на сцене театра имени Максима Горького. Начало в 18:30, стоимость билетов от 300 до 1500 рублей. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. Приморцы смогут увидеть матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на центральной площади Владивостока. Иностранцы-велосипедисты начали велопробег из Санкт-Петербурга в столицу Приморья. Первый открытый чемпионат по фридайвингу прошел в краевом центре. Подробности узнаем у Олега Завьялова.
В эти дни начнется грандиозное спортивное событие, которого с нетерпением ожидают все футбольные болельщики планеты. Матч открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 состоится в Москве на стадионе Лужники. Несмотря на географическую удаленность и разницу в часовых поясах, приморские любители футбола также будут смотреть по телевидению и интернету трансляции матчей сильнейших команд, которые будут проходить в течение месяца. Первая трансляция на площадке для массовых просмотров на Центральной площади пройдет в ночь с 14 на 15 июня. Напомним, Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Также впервые Мундиаль будет проходить на территории двух частей света – Европы и Азии. Велопробег «Санкт-Петербург-Владивосток-2018» стартовал в воскресенье. В пробеге участвуют 22 спортсмена из трех европейских стран. Участники, граждане Швейцарии, Германии и Австрии, преодолеют расстояние в 10 тысяч километров. Велотур пройдет через Санкт-Петербург, Пермь, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Читу, Белогорск и завершится во Владивостоке 8-9 сентября 2018 года. Спортсмены специально экипированы для долгого путешествия. Их сопровождают два автобуса, где они могут переночевать, перевозить необходимое оборудование и снаряжение. Некоторые участники уже знакомы с российскими трассами. Ранее они принимали участие в велопробеге «Москва-Пекин». Кроме пропаганды велоспорта, в этом году велотур посвящен еще и чемпионату мира по футболу. Первый открытый чемпионат по фридайвингу прошел во Владивостоке. Двухдневные соревнования по этому необычному виду спорта проводились в учебно-спортивном комплексе МГУ имени адмирала Невельского. Испытать возможности своего организма под водой решились более двух десятков участников. Им предстояло состязаться по международным правилам АИДА, которые считаются довольно строгими, и за ошибки спортсмены получали штрафы или даже дисквалифицировались. Сам же чемпионат был разделен на три дисциплины – задержка дыхания в статике, а также ныряние в длину, в ластах и без них. В зачет дисциплины статика шло время, которое спортсмен находился на поверхности без движения, погрузив лицо в воду. А в динамике в зачет шли метры, которые спортсмен преодолел под водой на одном вдохе. Соревнования проходили без каких-либо возрастных ограничений, что считается одним из главных преимуществ в занятиях фридайвингом. Однако при этом в целях безопасности за каждым участником пристально следили судьи и так называемые сейфити, которые во всех дисциплинах страховали спортсменов. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, новости спорта на Восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. 14 июня, в день открытия чемпионата мира по футболу, сборная России сыграет с Саудовской Аравией. Матч пройдет на стадионе Лужники. Трансляция на Центральной площади Владивостока начнется в 00:30 15 июня с церемонии открытия Мундиаля. 15 июня в столице Приморья стартует купальный сезон. Далее в течение всего лета на пляжах Владивостока будут работать спасатели, а арендаторы создадут все условия для безопасного отдыха горожан и гостей краевого центра. В преддверии празднования 158-летия города Владивостока помоют памятники истории и культуры, а также произведения монументального искусства и места захоронений всего 15 различных объектов, в том числе наиболее популярные у туристов памятники – памятник Ленину и памятник борцам за власть Советов. Выяснить имена летчика, штурмана и стрелка-радиста с рухнувшего в Приморье самолета – сейчас это главная задача экспедиции авиапоиска, ведь тогда их захоронят со всеми воинскими почестями. В рамках Всемирного дня донора во Владивостоке состоялась общегородская акция «Один донор, две жизни». Впервые принявшие участие в сдаче крови получили памятные подарки. В преддверии чемпионата мира приморские волонтеры стали героями репортажа телеканала «Франция-24». Наши добровольцы будут работать в Екатеринбурге, а также побывают в Иркутске и Саранске. А на сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток.
На арену отреставрированного государственного цирка Владивостока вернулся международный турнир по современному панкратиону. Этого события зрители ждали 5 лет. На сей раз под эгидой Федерации современного панкратиона MFP прошли 8 профессиональных поединков, 3 из которых международного статуса. Первым победителем турнира стал воспитанник именитого приморского тренера Виталия Крата Илья Цегельников. Открывающий поединок в весе до 65 килограмм он провел против чемпиона Хабаровского края по K1 Андрея Марченко. Также зрители порадовали и другие захватывающие дух бои в октагоне по правилам смешанных единоборств. Неудивительно, что профессиональные рейтинговые бои вызывают огромный интерес. И за противостоянием сильнейших наблюдали около 2000 зрителей. Давайте и мы посмотрим на них все вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на 8-м.